помнится, помнится в бочкарях легенда о рождении у нас бочкарей как бренда. А название завода нам сама судьба дала, как прямое указание на великие дела. Ой, вы слушайте, а мы расскажем снова, да про нашего Ефима Бочкарева. Уж два века, как сюда пришел он жить, осмотрелся и решил деревне быть. Тут и матушка-земелька плодородна, есть поля, леса, ключи с запасом водным. Лишь копай пруды и землю засевай, и бери себе богатый урожай. Нравится, нравится это все Ефиму. Верится, знается, будем жить красиво. Ой, вы пойте с нами вместе и пляшите до зари. В честь Ефима Бочкарева и назвались бочкари. Ну а дальше век прошел за годом год, и рождается у нас колхоз вперед! Всем бы жить и не тужить, но тут война. Мужиков нещадно выкосит она. Все на женщинах останется, хозяйство и страна. Только твердо верили, поднимется она. Победили! И страна в трудах живет. Поднимается опять колхоз вперед! Сеется, сеется золотая нива. Верится, верится, будем жить красиво. Все осилили, пляшите, веселитесь до зари. Ведь основаны навеки на Алтае бочкари. Вот Козленков Николай, он наш герой. Председатель дальновидный и родной. В бочкарях своих любимых он прижился и земле своей родимой пригодился. Он, Андреич, продвигал колхоз вперед. Без него бы не родился пивзавод. Видел далеко, мечтою жил. Пивзавод колхозу строить предложил. Бочкари полгода тут прозаседали и Андреича всем миром поддержали. Знал Андреич, что народу говорить, быть заводу значит будущему быть. Сварится, сварится на заводе пиво. Верится, знается, будем жить красиво. Ой, вы пойте, пляшите, веселитесь до зари. Ведь за будущее наши голосуют бочкари. Ну а дальше что? Великие заботы! На строительстве хватало всем работы. Стройку вывез на себе Возген Мурадов. Мастер он большой, для дела как награда. А Андреич наш бетон, металл, сырье для завода добывать не устает. Председатель все найдет в один момент. Оборудование, Рига, Бийск, цемент. На строительство немало сил ушло, одолеть преграды было тяжело. Но он все-таки пришел, счастливый год. Пивзавод свою продукцию дает. Варится, варится на заводе пиво. Верится, знается, будем жить красиво. Ой, вы пойте, пляшите, веселитесь до зари. Набирают рост и силу на Алтае бочкари. 90-й год. Шагнул завод вперед. Сразу сотню декалитров выдает. К слову скажем, этот сказочный объем мы сегодня за неделю выдаем. В 96-м, гляди, народ! Внук Андреича в директоры идет. Наш Вадим Петрович Смагин молодой, перспективный, бочкаревский, в доску свой. За рубеж и по стране проехал он. Обстановку оценил со всех сторон. И увидел, изменились времена, и продукция завода всем нужна. В бочкарях на то имеются всегда солод, хмель и чистая вода. Ну а трудности осилим, не беда, ведь на совесть мы работаем всегда. Варится, варится на заводе пиво. Мы изменяемся, набираем силы. Ой, вы пойте, пляшите, веселитесь до зари. Жить по-новому решили, дорогие бочкари. Год 2000-й. Меняется завод. На местах модернизация идет. Из Европы оборудование к
класс! И стандарты мировые! Все для нас! Так в 2006 году завод декалитров миллион уже дает! А в 2008 году, смотри, миллионов декалитров стало 3! Ай да радость! То ли будет впереди! Знай, работай и страну не подводи! Варится, варится на заводе пиво. Мы развиваемся, чтобы жить красиво. Ой, вы пойте, пляшите, веселитесь до зари. Пусть живут на радость людям дорогие бочкари. Вот 2011 год. По стране давно прославился завод. И напитки бочкаревского истока от Урала пьют до Дальнего Востока. И сотрудничает завод без лишних слов с иностранными партнерами готов. Сколько славы и полученных наград! Наш завод и перспективен, и богат. А на ярмарках и выставках, смотри, снова в лидеры выходят бочкари. Варится, варится на заводе пиво. Верится, знается, будем жить красиво. Ой, вы пойте, пляшите, веселитесь до зари. Мы сегодня рассказали, как рождались бочкари.